кота. Вы знаете, что наша Бека недавно накосячила в школе? Ее оставили после уроков убирать всю школу. Столовая, класс, туалеты и школьные. Фу! Как не хочется туда идти. Фу, три унитаза грязные. Как же противно к этому прикасаться. Сначала надо вымыть пол. Давай скорее вымоем все эти унитазы и уйдем скорее отсюда. А! Тут кто-то вылез, фу! Чей-то ботинок и туалетная бумага. Ой, мы это все руками убираем? Тебе нужны перчатки. Бедный малыш, ты застрял? А как ты тут оказался, бедный малыш? Давай тебя вымоем. Как это забавно выглядит. Никогда в унитазах не будет никаких осьминогов, не бойтесь. Но вот ботинок может застрять. Мы заработали монетки. Отлично, посмотрите. Туалетные комнаты в школе абсолютно чистые. А теперь идем к этому мальчику и скорее ему поможем. Тебя ведь зовут Джастин? О, Джастин! Вот ты химик юный! Ну-ка, где ты там? Какой ты забавный! Посмотрите на него! Он весь испачкался в своей химической штуке. Надеюсь, она безопасна. Убирай скорее бутылку эту и давай вымоем тебя. Ой, сколько пены надо, чтобы отмыть. И помоем тебя из штанга. Закрывай глаза. Теперь его надо причесать. Но ведь он может сам причесаться. Нам надо убирать остальные комнаты в школе. Ага, переоделся. Теперь он настоящий химик. А, вот, правильно, безопасный костюм, чтобы химичить. Обязательно тебе нужно все закрыть. И глаза, и нос, и рот, и руки, чтобы все было в безопасности. Ведь химические вещества – это опасная штука. Ура, мы получили звездочки 130. Нам сейчас будут давать подарки. Зачем нам губка? Понятно. Это наш подарок. Губка для мытья доски школьной. Кто ее так разрисовал? Сейчас мы ее сделаем чистой-чистой, чтобы блестела. Нам точно поставить 5 за уборку. А зачем нам что-то рисовать? Мы только что ее помыли. Ладно, давайте нарисуем смайлик. Очень странный смайлик получился. Я думаю, ее надо снова вымыть. Как-то некрасиво получилось. Отлично, давайте пойдем скорее убирать столовую. Фу, тут столько объедков. Яблоко, макароны, йогурт пролитый. Какие-то бумажки. Много тарелочек, их надо положить сюда. Потому что мы отправимся их мыть. Как же можно этот стол вытереть? Надеюсь, ты работаешь в перчатках? Я бы не смогла это убирать без перчаток. Ура, у нас есть посудомоечная машинка. И нам не придется самим это все мыть. Тарелки наверх, а кружки вниз. Я думала, наша подружка нам будет помогать. А нет, они только кушать будут вместе со мной. Отлично, мы достигли 2 звездочки и получаем подарок. Что за... Это какая-то щеточка.
Щеточка для того, чтобы очистить велосипед. А чей это велосипед, подружки или твой? Я надеюсь, твой, потому что подружка пускай сама его чистит. Мы и так всю школу убираем. Зато покушали вкусные макарошки. Давайте отправимся в классную комнату. Какая же грязь! Ну что ж за ученики такие, как можно так все испачкать? Как много мусора! Мячики, бумажки, какие-то стаканчики, бананы. Яблоко, бургер вонючий, фу! Часы надо поставить на место. Вот сюда, а сюда глобус. Тут какой-то ураган прошелся. Кто-то по парте походил. Вот это сюда. Все, теперь надо вытереть все парты. Я не знаю, какое средство может, чтобы оттереть всю эту краску. Всю эту грязь и всю эту непонятную слизь. Что это за средство такое? Наверное, этот мальчик, который был в лаборатории, приготовил нам это средство. Поэтому мы все вымыли. Ага, и доску. Какой же страшный рисунок там. Жалко, что он не стерся. Его надо обязательно стереть. Мы пропылесосили, смотрите, как все блестит. Посмотрите, как все блестит. И подружка наша счастлива. Но мы вроде быстренько справляемся с уборкой всей школы. Смотрите, нам еще один подарок. Надеюсь, это что-то интересное, а не губки какие-то. Ой, ну так это для Джастина. Мы теперь тоже химичим. А что мы собираемся делать? Какое-то необычное средство. Ой, у нас появилась рубин в виде сердца. Как так можно из жидкости? Это что такое? Теперь нам надо вымыть автобус. Какой он грязный. Скорее, дайте мне губку. Мне кажется, это должен делать водитель, а не мы. Там вроде стекло разбито мечом. Ты уверена, что у нас получится починить? Девочка, молодец, мастерица на все руки. Сколько грязи в этом автобусе, опять сколько мусора. Гамбургеры, бананы. Ботинки, жвачки, какие-то пятна. Как будто бы апокалипсис произошел какой-то. Вот теперь лучше все блестит. Смотрите, и солнышко вышло. Ой, мы можем сделать наш школьный автобус еще веселее. Смотрите, школьный автобус уточка. Ух ты, какой крутой. Тут за денежки можно купить еще какие-то цвета. Мне нравится школьный автобус уточка, это так забавно. И давайте что-нибудь наклеим. Ух ты, уточка какая! Получилась крутая, с такими ресничками. А можно купить радугу. Смотрите, сколько у нас монеточек. Нам точно хватит. Вот, какой классный школьный автобус. Теперь все прохожие будут улыбаться. Мы получили 140. И достигли 4-го уровня. А сколько еще подарочков у нас осталось? Сюда один, сюда 4, а сюда 5. А зачем нам это раскрашивать? Давайте вот этот квадратик раскрасим зеленым, а вот этот синим. Ну что, мы прибрали всю школу? Нет, у нас есть баскетбольная площадка. Сколько тут веток? Уж точно, мне кажется, ураган прошелся. Он еще и сломал вот эту штучку, в которой надо бросать мячики. Баскетбольные мячи сюда. А футбольные мячи сюда. Один вообще грязный, может бы его тоже помыть? Какие мы молодцы, мы убрали всю школу.
Наша подружка нас поддерживает. Как мило. Но лучше бы помогла. Мы убрали бы тогда ее быстрее. Мне кажется, этому нужно чинить какому-нибудь мастеру-дяде. Наша Бекка такая умница. Умеет делать все. И отполировала древесину. Теперь прикрутит эту штучку и повесит сетку. А еще мы ее раскрасим. Мне нравится красная. Вот так. А если взять такую? О, какая яркая. Давайте вот эту. Наши друзья нам помогают или мы делаем все сами? Мы получили еще монеточки. Или это звездочки? Подарочек давайте откроем. Еще одна губка, чтобы помыть этот забор. Кто-то его разрисовал, а теперь мы его должны мыть. Ну мы хорошие, мы поможем. Надеюсь, нам дадут за это несколько пятерок. Я хочу раскрасить его в желтый. Желтый очень красивый цвет, я люблю желтый цвет. Этот цвет напоминает мне солнышко. Мне кажется, мы закончили, ребята. Мы справились достаточно быстро. О, у нас осталась обсерватория. Давайте скорее туда. Убираем всю пыль. А теперь надо все очистить. Отлично, все блестит. Зелененькая в зелененькое, желтая в желтое, а красная в красное. Обсерватория заработала. Старт. Мы можем посмотреть на звезды. Смотрите, сколько звезд там падает. Мы ничего не видим, надо почистить лупу. Ой, там еще какие-то монстрики. Уходите скорее отсюда. Вам тут не место. Это кто такие за чудо-существа? Это инопланетяне? И еще звездочки. Ура, мы почистили всю школу. Мне кажется, наша Бекка устала, ей пора идти домой. Мы молодцы. Всем пока-пока. Ставьте лайки, если вам понравилась эта игра. Мне понравилось, было весело.